Тогда надо было, наверное, подключиться к твоему этому Wi-Fi. Wi-Fi, наверное, твоему надо было подключиться. Wi-Fi? Ага. Не знаю, что я забыла. Что-то странно, у меня платок стоит этот. Деловая. Где деловая? Работай давай. Томас, читаешь, да? Какие стрелки как рисуете. Спасибо большое. Спасибо большое. Стрелки, блин, я вот каждый раз хочу вам снять, как я их рисую, и забываю. Валикум ассалам. Привет. Сейчас не такая погода у нас хорошая. Тебя обязательно научу рисовать эти стрелки. Да, я лезгинка. Алхамдулилла, вы как? Это солнце. А. Спасибо. Михри, здравствуйте. А по твоему нику понятно, что ты лезгин. Ты ярче этого солнца сияешь. Спасибо. А вы из Дагестана родом, да? Там, тут, туда-сюда. Здравствуйте, Регина. Здравствуйте, Михри. Как ваши дела? Я знаю, где находится. Все хорошо у вас как? Михри, блин, сейчас получишь. Дурная. Алейкум ассалам, дорогая. Как твои дела? Вам очень идет платок. Спасибо. Вообще-то мы с тобой пару дней назад общались. Чё ты врёшь? Я уже как полгода покрыта. Представляешь, да, полгода как прошло быстро. Я хорошо, дорогая. Ты дома? Нет. Я у подруги. Ну, мы дома. Кукусь. Что собришь? Привет. Какая? Я тебе сейчас... Дайте мне что-нибудь тяжелое. Вот видишь, это утюг. Сейчас он в тебя полетит.
она мне уши свои показывает и говорит, я не стала лопухой. Ты каким образом должна была стать лопухой, скажи, пожалуйста. У Ани, да, я у Ани. Вы куда собираетесь? Прогуляться, на улице так хорошо. Такая опасная. Такая опасная, говорит, типа то, что я в тебя утюг хотела бросить. Она не только утюгами бросается. Я не только утюгами бросаюсь, я серьезно говорю. Со мной шутки плохи. Аня, блин. Дома сидеть, чего по улицам ходить? Ой. Это ты рассказываешь? Это кто говорит? Сабрина. Наша? Да. Отдайте ваше хорошо в Дагестан. А что, там холодно? Как с вами познакомиться? Никак. Она же приезжала на эту фест, слышишь? Да. Это певица. Она такая классная в жизни. Пасмурно. В Дагестане пасмурно? Окей. Вы сами сохраняете свои прямые эфиры в Ютубе, а не слышишь? Нет. Я сама не сохраняю эти прямые эфиры. Первый раз, когда я узнала, что кто-то сохраняет мои прямые эфиры, у меня была истерика. Вообще, у меня такая истерика была. Потом как-то забила на это. Я скоро еду в Ноябрьск. Зачем? На свадьбу? Нормальную музыку включите, пожалуйста. Кто по национальности подружка? Молдаванка. Это сказали, если что, это не я сказала тебе. Я поняла. Какие планы на сегодня? Для начала выйдем, прогуляемся. Ну, сейчас Аня соберется, потом до меня я переоденусь и гулять. Истеричка, что ли? Я такая истеричка, ты себе представить не можешь. Ты хинкал приготовишь? Да, на свадьбу на один день. Где гулять будете? Не знаю, посмотрим. Регина, ты вчера не была на... Нет, я вчера не была в прямом эфире. Я вчера целый день работала. Мне не до прямого эфира было. Та еще истеричка. Она... Да. Блогерша, ладно, давай выключай. Вы каждый день гуляете? Нет. Каждый день я гуляю. Если ты с тестом не дружишь, если ты с тестом не дружишь, как ты хинкал готовишь? Скажи, пожалуйста. Самое главное, ты не умеешь готовить. Девочка в телефон кричит. Тё, маменя! Тё, привет, тётя! Кто кричит? А стрелки я рисую не лайнером, а жидким. Я лайнеры вообще не люблю. Вообще не люблю лайнеры. Не понимаю, как ими вообще пользуются. Просто есть кто привыкает к ним и без них вообще не может. И жидким вообще не умеют. Не умеют.
дизайнером хорошо всегда получалось, а в жизни не так классно. Но если набить руку... Это тебе не рецепт нужен, это тебе надо... Тебе жену надо, зачем тебе рецепт? Ой, Руш, блин. Что случилось? Что случилось, Сабрина? Не знаю, она ржет так. Чего вы ржете, я понять не могу. Что-то смешное сказала? Добрый день, Регина, добрый. Да что случилось, блин? Я что-то смешное сказала? Позор. Да что случилось, я понять не могу. Сын, ты больная? Что случилось? Я что-то смешное сказала? Я не услышала. Я тоже не услышала. Регина, что спросила? Может, она не с тебя? Люди, вы этого не видели? Как настигает тут... Да что случилось? Объясните мне, пожалуйста. Там ничего нету. Мне, наверное, не показывает. Где можно хорошую, умную, опасную? Тебе опасная жена зачем? Объясните, пожалуйста. Потом скину. Скажите мне сейчас, зачем мне скидывать? Одни предатели вокруг. Да что случилось, скажите, да, блин. Скинут они. Не понимаю, что происходит. У них своя какая-то тема здесь. Есть надежные люди тоже. Их очень мало, этих надежных людей. Привет. Пушка. Как я не люблю, когда мне так пишут. Пушка. Все ясно, что ты написала. Все ясно, что ты написала, Сабрина. Молодец. Все, поняла я, что она написала. Музыку включить. Все, я понял, принял. Сколько лет были в браке? Меньше года. Ты давай пиши мне на чеченском, который я не понимаю. Нет, ты не поняла. Ты лезгинка, да? Да. Я не пойму, вы свободная девушка или всяким? Чхосер. Тут отвечаете, я свободная девушка. В смысле чхосер? Спасибо большое. А нет, включи, пожалуйста, музыку. Просто я не знаю почему, но некоторые сообщения мне здесь не видны. Я не понимаю почему. То есть вам они видны, а мне нет. Почему так?
Ань, почему некоторые сообщения? Так, я же говорю, мне некоторые сообщения не видны. Я не знаю, почему. Вы их видите, а я нет. Цель глаз у вас, спасибо. Аж скучно стало без твоей музыки. Конечно. Он спросил, вот видишь, я это не видела сообщение. Я сейчас в Питере. Скучаете по родителям, конечно. Как я могу по родителям не скучать? Сабрина, если я на какие-то сообщения отвечаю, и ты их видишь, дублируй, пожалуйста, их. Да, я там была. Она, эта песня классная, когда вот это вот... поняла, да, каким этим идет? Быстро? Да, быстро, когда идет. Потому что он не сидит в соцсетях. Кто не сидит в соцсетях? Когда будешь в Махачкале? Сабрина, спроси у нее. Это я вижу. А в Махачкале... секрет. Это очень серьезный мужчина и не будет тратить свое время на, ну, на соцсети. Ну да. Я бы не хотела бы, чтобы мой мужчина сидел. Недавно видела высказывание по типу, если здесь. У парня в Инстаграме красивые фотки, то он занимается... Эльвира, привет! Слышишь? А? Типа, если у парня красивые фотки в Инстаграме, то он херней страдает. Да. И я бы не хотела бы. Сейчас скажет, а ты зачем сидишь? Эльвира уже соскучилась. Пролетай обратно. Так что скажете, вы в Питере? Я в Питере, да. А. Нет, я просто не понимаю, о чем речь. Я некоторые сообщения вижу, а некоторые я не вижу. Я не понимаю, о чем речь вообще идет. А ты так, у тебя и так всегда было все. Когда что-то видно, что-то. Да. Три дня. Серьезно, ты через 3 дня прилетаешь? Я понятия не имею, даже кто ваш брат. Мне пишут, Ань. Просто если с моим братом у вас что-то получится, придется прощаться с соцсетями. Я понятия не имею, кто ваш брат даже. Почему мне кажется, что ты о себе говоришь? Сабрина, ты вот вообще вот мастер гасить, а? Это? Да, очень красиво. Ваша сестра глубоко ошибается, это не я. Понятно. Да, особенно то, который у тебя в этом писал в прямом эфире.
А что мужчины добиваются через брата? Я, чтобы вы понимали, ни этого брата не знаю, ни его. Ни этого брата. Мой брат взрослый мужчина, ему за 30. Сабрина, привет, давай пока Ада с Питера вернется, замутим вместе что-нибудь здесь, типа там. Кем вы работаете? Я медсестра в стоматологии. В Питере тяжело жить? Нет, не так тяжело, как в Москве. Да. В Москве тяжелее. Здесь можно за 30-35 снять двухкомнатную квартиру с хорошим ремонтом или однокомнатную. А там где-то на окраине люди снимают. Мужчины, я смотрю на действия, а не на смски в Инстаграме. Мне вот эти ваши сообщения в прямых эфирах или там в директе, они мне ничего не дают. Пока вы сидите, печатаете, кто-то будет делать. Так что. Сабрину найти хочешь? Сабрина тебя ищет. Смотреть на девушку, которая понимает, что ты ухаживаешь в каких-то левых мужчин, ему нужен билет, знает твой, да или нет. Твой брат для начала пускай сам как-нибудь хоть какие-то действия сделает, а не сидит, ждет или смотрит, как это делает другой мужчина. Вы даже себе представить не можете, кто он. Даже если он президент, мне все равно, кто он. Тон лица. Ань, как называлась тоналка? Подождите, Аня сейчас придет, он скажет. Я забыла название. Я понятия даже не имею, кто твой брат. Ты такой смешной. Твой брат не мужчина и дел. Не мужчина дело. Твой брат мужчина слово в Инстаграме. Я твоя поклонница. Привет. Это твой брат не знает, кто моя сестра. Ты моя золотая. На нее смотри. Это же. Если мужчина хочет что-то... Ну да. Так, мне не надо, чтобы мне мужчина писал.
Мне не надо, чтобы мне мужчина писал, написывал. Я это не люблю. Я еще раз говорю, я бы не хотела бы, чтобы мой мужчина вообще в соцсетях сидел бы. Чтобы мой мужчина написывал мне. Мне это и не нужно, я на такое не смотрю и не обращаю внимания. Я на таких вообще, в принципе, мужчин не обращаю внимания. А те, кто молча делают. Спасибо большое. Научите меня, пожалуйста, быть такой красивой. Каждая девушка по-своему красива. И от поведения вашего тоже много чего зависит. Спасибо большое. Нет, я не была помолвлена. Помолвлена я ни за кем не была. Конечно, знаю. Такое солнце вышло. А поступки будут хорошие только тогда, когда он будет уверен в тебя. Ну что за девушка? Моя ты сладкая, привет! Я про... Для нас люди это ты здесь. Стол для макияжа, стол для макияжа. Вообще-то мне Ты моя уже мама устала говорила, просто-напросто кричать, честное смотри, слово. Сабрина, смотри, стол для макияжа, вернулись, все. Вообще-то стол для макияжа выделила моя мама и моя сестра, и подруга моя. Ого, ты уже закрылась. Вот вы сплетники, клянусь. Это что я хотела сказать? Давай. Мои заходят. Как я не хотела, чтобы мои заходили. О, просто уже закрылась. Я закрылась уже полгода назад. А Регина, я себя показывать не буду. Просто я просто лежу, я замерзла. Я хотела сказать, ты что, закройте уже эту тему с этим Матамиком, потому что это человек, который пишет с июля месяца про какого-то брата, который до сих пор не объявился. Потом он интересовался, когда мы будем в Дагестане, мол, типа, чтобы брат там пришел. Я не знаю, там, или пришел, или там к отцу подошел, что-то такое. В итоге вообще этот человек просто... Вы же сами вели прямой эфир и сторис про своего жениха. Девочки, меня никто не сватал. Да, может, хотели, но есть определенные моменты, из-за которых это не произошло, но меня никто не сватал. И сейчас ее жених, брат за брат. Не, ну честное слово, девочки, это что за вообще хохма? Да. Надя Хабар, зачем нам себя покажи лучше? Я подключилась, чтобы Регине сказать, чтобы она закрыла эту тему уже, и все. Регина, вы куда идете? Скажи мне без меня. Человек, который без меня. Ладно, мы тоже, короче, идем в гости. А вы кому? А мы идем к Регине Холцос. Что-то подожди, я хочу посмотреть. О, все мои зашли просто. Не тебя увидеть, нас сами тебя увидеть хотят. Она без вас не может закрыть эту тему? Нет, не может она без меня закрыть эту тему. Я тоже, я ее тоже этот представитель. Регина, у него, у его брата этот Тами представитель, у тебя я. Это по национальности. А, лезгинки. Регина, я тебе 4 раза написала. Подправь свою шапочку, пожалуйста, сверху. Все, после этого
слово, у тебя там волосы. Я, короче, отключаюсь. Всем спасибо, всем до свидания. Давай. Почему-то люди летают и туда, и обратно, и со Стамбула, и в Стамбул. Я тоже в Стамбул. Все в Стамбул. Пришла, указала, вышла. Девочки, ну она пошутила. Прекращайте давай. Это моя родная сестра. Если что, отдыхаем с братьями. Хорошего отдыха вам. Отчет принят. Отчет приняла, да? И через тебя, короче, да, буду узнавать. Иногда сестры и матери тоже токсичные, но это не про моих. Вообще не про моих. Тамик не сдается. Ты же вроде выходил с прямого эфира. Ты обратно решил зайти? Лиза, здравствуйте. Вот и жалко встречи, и вот посмотри, какие они. Почему я решила все-таки записать? Нет, тебе надо постричь, они у тебя уже в ужасном состоянии. Вот концы, да, же вот эти? Да. Даже издалека видно то, что они у тебя какие-то неживые. Вот, завтра пойду. Ты все? А? Все? Сейчас выпьем, родимся. Угу. Эти вопросы все к сестре, пожалуйста. Насчет сестры я не буду ничего говорить. Что там? Здравствуйте, любимая. Как ваши дела? Дубочка моя. Я тоже сейчас уже выйду с прямого эфира. Тоже девушка. Спасибо большое. Аня, скажи, пожалуйста, как тон назывался? Тон который я покупала, забыла название. Для чего? Тон лица. Тон лица. Тональный. Угу, забыла. В тюбике таком. Эрбория, вот. Любимый цветочек. Всем салам. И вам ассаламу алейкум. Хорошего отдыха вам. Мне 25. Хотела, прикинь, я хотела сказать, что мне 21. Я не знаю, почему. Я с Питера. Сейчас уже выйду скоро. Скоро уже выйдем. Какой самоуверенный человек.
Ань, у меня так сильно моросит этот... Зарядка? Зарядка, да. О, вы еще и лезгин. Сабрина, за словом в карман не полезет. Все? Я сейчас ее на самом деле утюгом прибью. Как это ты смело сказала? Ну, Аня немножко красивая и некрасивая. А про меня вообще сказала, что я без косметики страшная. Зараз такой. Вы бы видели, как моего брата подстригли? Мне чуть плохо не стало. Я маме сказала, сделай покороче, но не настолько же покороче. Привет. Спасибо большое. Ладно. Ладно, я выйду. Мы уже выходить будем. Всем хорошего вечера. Ассаламу алейкум всем.